Ролик для тех, кто не хочет торговать. Если тебя эта вся волокня запарила, ты не знаешь, когда зайти на рынок, ты не понимаешь вообще, что здесь происходит, этот ролик тебе однозначно поможет. Есть такие платформы своего рода банка, но в чем преимущество? Здесь дефляционная модель, токены постоянно сжигаются. Так как токенов становится на рынке меньше, цена, естественно, в дальнейшей перспективе будет только расти. И плюс ежегодный огромный процент. Допустим, монетка Cake сейчас находится на лютом днище. И если она вернется к предыдущим хаям, то мы можем заработать до 5x. Это только вложив сегодня монеты, но она может опуститься и ниже. Но если вообще эта вся тематика тебе не подходит, просто закупайся на недельных свечах. Закупайся каждую неделю, допустим, по воскресеньям. Сделай себе дисциплину. Каждое воскресенье ложить по 100 долларов. У данного токена очень большой потенциал. Помимо того, то, что он очень может хорошо выстрелить в дальнейшей перспективе, так у него еще есть пулы. Храня эти кейки на их децентрализованной бирже, ты получаешь ежегодное вознаграждение. Я получаю 61% в год. Здесь есть огромное количество токенов. Зачем просто держать монету в кошельке, когда мы можем еще ее застейкать? Из-за хранения данной криптовалюты на децентрализованной бирже Bisswap мы будем получать вознаграждение в размере 66% в год. Лично я использую автокомпаунд. Помимо монетки BSV, ты можешь закупиться еще этими монетами и тем самым фармить больше токена Bisswap. Эта биржа также выпускает новые токены. А для участия в этом нужно как раз таки держать токены BSV. Если ты не хочешь учиться, это прекрасный вариант для тебя. Купил токен на дне, закинул их в стейкинг, получаешь ежегодное вознаграждение. Токен в дальнейшей перспективе только растет. Разве это не халява? Но здесь работает такое же правило, как и на обычной торговле криптовалюты. Не нужно вкладывать все деньги в один проект. Раскидайте по всяким фармилкам. Uniswap, PancakeSwap, BuySwap. Посмотрите такой проект, как BurgerSwap. Сейчас на рынке очень много фармилок, и каждая из них дает свой процент вознаграждения. Выберите там, где процент повыше. Обязательно учитывайте все риски. Лучше вкладываться в проверенные проекты. За эти две фармилки я полностью уверен. Все, что может с ними произойти, это взлом самой биржи, но от взлома не защищен даже Binance. Так что обязательно учитывайте свои риски, разделяйте фиат правильно и вкладывайтесь с умом. А вообще всю информацию, которую вы поглощаете с интернета, вам необходимо перерабатывать самим. Не верите всем с первого раза, не верьте даже мне. Вы должны проверять все сами, вы должны правильно анализировать ситуацию. Я сейчас вам все рассказал, сами зашли на биржу, сами почитали, посмотрели, понравилось, заходите. Пока вы не научитесь сами анализировать рынок, вы не начнете зарабатывать. На сегодняшний день вся информация, которая идет от блогеров, в первую очередь это идет на раскрутку их же каналов. А у меня на сегодня все. Всем до завтра.